новостью о вреде наркотиков в среде молодежи. Вот и нормальный, адекватный котик, без наркотиков, лизает себе пузо, занят нормальной, адекватной деятельностью. А вот драгдилер. Он травка привел... от чего? Да, необычный порошок. Да, 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 знакомая коробочка. О, смотрите, как пагубно влияет наркотическое вещество на... Да, безумная агрессия, буйство. Но ведь у человека должен быть хотя бы какой-то праздник. Котя. Видите? Мне все, хватит. Просыпаешь. Да, да, он уже просто не отдает себе отчета. Валерьянка его безумит. Он уже жрет все, что похоже на валерьянку. Наверное, в его глазах сейчас Влад похож на куст валерьянки. Может, его надо уже закрыть. Туда. Нет, это зря, потому что если рассыпать валерьянку боком, тебя кота еще долго будет колбасить. Он сам ее рассыпал. Да, вот так. Как прекрасно. Наркотические вещества. И как они обезумливают. Нет, нет, дорогой, у меня нет наркотиков. Это все к нему, все к нему. Наркомания, наркомания торжествует. Все, я уже попустил. Нет, все впиталось. А, волшебная табуреточка. Сейчас он сожрет табуретку.